Одна из точек рейда – гипермаркет на Суздальском проспекте. Правоохранители проверяют соблюдение требований миграционного законодательства. Иностранцы должны были предоставить полицейским необходимые документы, подтверждающие право находиться в нашей стране. Нарушителей силовики выявили, и не только в гипермаркете. За один день стражи порядка также посетили места проживания, работы и концентрации иностранных граждан в областной столице. Проверку прошли более 150 приезжих. У троих иностранцев были выявлены документы с признаками подделки, которые в настоящее время направлены на экспертизу. Сотрудники полиции также задокументировали 27 административных правонарушений, касающихся нарушений иностранцами правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации, а также отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание в России. Двое иностранных граждан, как установили в ходе проверки полицейские, ранее уже привлекались к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Всего по итогам рейда постановлением суда 11 иностранцев подвергнуты административному наказанию в виде принудительного выдворения за пределы Российской Федерации.